циклом. На самом деле, я, наоборот, сейчас расправлю за что вас волосы. Я благодарю. И, конечно же, мы встречаем на этой сцене, на сцене Евровидения 2010, победительницу этого конкурса. Единственного ребенка в семье, занимавшуюся танцами, бальными и хип-хопом, Лену Майер Ландрут. Снималась в сериалах, играла эпизоды. Сейчас, конечно, появятся уже главные роли. Никогда не училась ни пению, ни актерскому мастерству, но это не значит, уважаемые друзья, если вы хотите стать классными исполнителями, конечно, нужно учиться. Но пока мы видим роскошную губную помаду на губах немецкой представительницы. Евровидение на следующий год пройдет в Германии. Ну и вы посмотрите, как рады все те, кто находится в зале. Они прекрасно знают, если к ним придет кризис, поможет исключительно Германия. Поэтому решение, наверное, было политическое. Безусловно, госпожа Меркель очень радуется и сейчас так открыла кошелек и считает, а сколько там еще осталось? Кому еще будет нужна наша помощь вот за подобные вещи? Ну, на Евровидении, я думаю, им хватит. Ну, безусловно, на самом деле. Но справедливости ради отметим, что номер был неплохой, хотя потому что и костюмы сбалансированные, великолепный свет. И вот рыбак сейчас будет поздравлять, получать главный приз. Он так говорит, давай-ка меня скорее поцелуй. Но потом, в общем, ну... Действительно... Обманывает Лену, просит поцеловать щеку, целует сам ее в губы. Номер на самом деле был действительно очень простой. И, наверное, здесь все-таки призывает победила... хлопать рыбак. Смотрите, у нее рука сломана, но получается так, что хлопать он может. Победила молодость и простота, скажем так, которая присутствовала на сцене сегодня от Германии. Сейчас многие, кстати, начитавшие журналы, ждут, чтобы ее в губы поцеловал рыбак, на самом деле. Но он поскромничал.